4 участницы, но взять корону сможет только одна. Конкурс включает домашнее задание, подготовленное заранее, выступления и презентации. Каждая из участниц неповторима и оригинальна. Со сцены девчонки признались, долго думали, как описать образ современной хуторянки, ее настоящую красоту. Елизавета Королева решила совместить два образа – из прошлых времен длинное платье и моды современного мира – туфли на высоком каблуке. Такие сейчас носят все современные хуторянки. Афина Ефремова обратилась к стихам великих поэтов, чтобы подыграть образу. Мария Толкунова продемонстрировала современный наряд, а Алена Тришина решила, что джинсы – незаменимая одежда для красавицы-хуторянки. «Этой осенью для вас проведу я мастер-класс, как из школьницы анавской стать красоткой хуторянской. Для начала колорит, вся душа селом горит. Танцы очень я люблю, может, даже запою. Для удобства джинсы в пору, чтобы красить в них заборы и корову подоить, чтобы кашу вам сварить. В красоте моей нет фальши, в этом убедитесь сами дальше». Красочно смотрелись подготовленные национальные танцы – татарский, танец живота и колоритный кавказский. У каждой участницы свой девиз и цель в жизни, а подготовленные заранее видеоролики презентовали увлечение хуторянок. Все конкурсантки достойны победы, но на то и конкурс, чтобы определить самую-самую. Обладательницей короны стала Алена Тришина. Победительница увлекается рисованием, закончила художественную школу, а детская мечта Алены – стать звездой Голливуда. Вот такая она, современная мисс-хуторянка.